Ребят, всем привет. Как сказал один знакомый, какой-то блудняк. В общем, пришли мы в третий порт выгрузки, и у нас уже мается где-то 100 тонн, даже чуть больше, 120. Вот. И мы думали, в чем проблема. То есть мы грешили на первый центральный танк, то, что он полный. Мы его замерить не можем, трубка забита. Подскажите кто-нибудь, как ее можно прочистить, какие варианты. Я предполагаю, что надо, наверное, все-таки вскрыть танк, залезть внутри и уже пробивать, потому что сверху пробивали бесполезно. Вот. Других вариантов не вижу совершенно. Поэтому померить не можем. Я говорил, давай сделаем так сейчас, Оллеру, а давай начинай катать, засекли время, то есть там час откатки, вот он катает уже 40 минут, то есть танк был все-таки пустой, как он и говорил. Вот. То есть он сразу, эта проблема отпала. Я думаю, блин, но осадки я снял нормально все, то есть драфт сервис сделал четко. Все, отнял, все равно эти как бы тонны маятся. Тот, кто мерил у нас там, да, в предыдущих портах, говорит, что все было четко, как он, ну, как мы мерил. Только сейчас я пошел по всем балластам и нашел, в общем, такую картину. Значит, нашел я то, что было как бы по нулям. Значит, в центральном третьем 30 сантиметров, это 35 тонн. Четвертый винг 55 сантиметров, это уже у нас 30, почти 38 тонн, правый левый борт. Вот, и винг второй, левая сторона, 20 сантиметров, вот еще 13,5 тонн. Вот вся проблема, то есть это вот эта цифра как раз, то есть была у меня на initial survey константа там порядка 120-130 тонн, даже какой-то больше, там она была вообще 170. Вот. Сейчас, то есть, она около дела 52. Вообще у нас еще в том контракте была 48 где-то. То есть видно, что поднакопилось немножко 5 тонн за, ну, сколько уже, 4-5 месяцев. Вполне вероятно. Вот. Вот эта цифра, скорее всего, более реальная. И вот эта цифра, которая финальные уже осадки, когда выгрузимся, конечно, они поменяются. Предварительные пока вбил по программе. То есть вот она мне показывает финальные. В видео предыдущем я уже показывал, да, вот эти осадки я вбил на финальный драфт сервей, пока показываю то, что 2240. У нас по факту и должно быть 2200 груза. Вот. Ну, по этим осадкам получается больше. Будут другие осадки по факту, возможно, и выйдем на цифру идеальную 2200. Соответственно, принесут бумаги, вот, будем уже смотреть. Последние осадки по стабилити в книжке тоже я для себя проверил. 3,65 среднюю выбирал, водоизмещение, вот среднюю интерполяцию, конечно же, не проводил, так плюсовал, делил на 2, вот, и уже отнимал все необходимое. Вот, то есть у нас идет топливо, балласт, вот, который уже другой был балласт, вот такой, сейчас стал вот такой. Пресная вода, это там сладж, всякая вот эта херня, 3,3 тонны лайтшип, экскаватор с траверзом, Балхетина, экипаж. Вот. Вот-вот. Вот цифра получилась, значит, по книжке 2285. У нас еще в электронном варианте есть. Сейчас покажу, если открою. То есть в электронном варианте тут немножко цифры отличаются. И даже Торпом как бы не знает точно все-таки, где правда. Вот. Здесь цифра получилась 2269, чуть поменьше. Я думаю, все-таки в электронном варианте, наверное, более точное. Потому что когда устанавливали экскаватор, там по-новому все этот расчет идет. И, соответственно, другая цифра. Как-то вот так вот. Проблему вроде я нашел. Не знаю, больше чего еще. Конечно, надо делать драфт-сервей нормально, и чтобы кто замеряет, чтобы не ошибался. Потому что, а если когда нет счетчиков, соответственно, ты можешь, блядь, ошибиться там на 100 лишним тонн. Это не очень хорошо. Все у меня на этом. Пишите комментарии и как пробить все-таки трубку. Советы дайте, может, кто-то сталкивался уже. Ну и вообще комментарии, потому что о том, что я рассказал, ну, кто-то с Торпом работает, какие-то советы даст. Было бы неплохо. Все, всем пока, ребят.